Мечты должны сбываться. Одну из них студенты Звенигородского финансово-экономического колледжа осуществили, посетив редакцию телеканала ЛРТ. Эмоции и впечатления гостей в нашем следующем сюжете. Ознакомительные экскурсии на ЛРТ проводят регулярно и для детей, и для взрослых. Гости редакции сегодня – будущие финансисты и экономисты. Познакомиться с внутренней кухней телеканала хотел каждый из них. Студентам рассказали, как рождаются новостные сюжеты и кто за ними стоит, показали специфику видеомонтажа и пригласили в студию, где каждый смог себя попробовать в роли ведущего. С добрым утром, люберцы. Меня зовут Никита Ермаченков. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Пусть сегодня чудесное солнечное настроение и оптимистические мысли сопровождают вас на пути к успеху. Большой интерес вызвала студия звукозаписи и работа за режиссерским пультом, который позволяет выводить в прямой эфир видеокамеры. За процессом выпуска новостей ребята наблюдали не только в аппаратной. Очень интересно было окунуться в новую для себя сферу. Было интересно посмотреть, познакомиться с людьми, которые здесь работают. Очень интересно было попробовать себя в роли ведущего новостей. Попробовать себя на фоне хромакея. Тоже сказать пару слов в камеру. Мне очень понравилась экскурсия. Это было познавательно, это было интересно. Нам дали возможность поучаствовать, можно сказать, в процессе съемки, показали, как это делается изнутри, и это было действительно познавательно. Экскурсия завершилась общей фотографией. Студенты Звенигородского финансово-экономического техникума остались под впечатлениями и захотели снова приехать на ЛРТ. И их желание исполнится. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.